Представляем вашему вниманию Mie Completo. Новую многофункциональную гладильную систему торговой марки Mie. Гладильная система Mie Completo состоит из мощного парогенератора, профессионального утюга, отпаривателя для одежды и гладильной доски с функциями поддува и вакуума. Гладильная система Mie Completo проста и удобна в применении. Она отвечает самым строгим требованиям к современной паровой технике. Mie Completo безопасна и эффективна. Она, несомненно, доставит вам удовольствие в процессе глажения. Перед установкой и применением гладильной системы Mie Completo, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и технике безопасности. Комплектация. В комплект гладильной системы Mie Completo входят гладильная доска, рукавная платформа, полка для белья, парогенератор, профессиональный утюг, опорная штанга, вешалка для одежды, паровой шланг с паровым утюжком, мерная бутыль для воды, контейнер для слива воды, варежка для глаженья, чехол для парового утюжка, установка и сборка. Разверните гладильную систему и поставьте ее вертикально. Максимально раздвиньте ножки гладильной системы в стороны до достижения устойчивого положения. Высота гладильной системы может регулироваться в соответствии с вашими пожеланиями. Осторожно вытяните ручку и вращайте ее против часовой стрелки, чтобы поднять гладильную доску, и по часовой стрелке, чтобы опустить. Высота гладильной доски регулируется от 84 до 95 сантиметров. После регулировки высоты верните ручку в исходное положение. Установите полку для белья. Для этого закрепите длинные держатели на крючках ножек, а короткие вставьте в отверстия на ножках. Закрепите полку на перекладине. Ввинтите опорную штангу в отверстие с резьбой на боковой стороне гладильной системы. Установите вешалку для одежды. Повесьте паровой шланг с паровым утюжком на держатель вверху опорной штанги. Прикрепите парогенератор к ножкам гладильной системы. Вытяните подставку для утюга. Потяните вниз ее нижнюю часть и достаньте утюг из кейса для хранения. Поставьте утюг на подставку. Подключите утюг к парогенератору. Шнур должен быть присоединен максимально плотно. Подключите штепсель вентиляционной системы в гнездо на задней стороне парогенератора. Если вы собираетесь использовать рукавную платформу в процессе глажения, раскройте ее и расположите на гладильной доске. Многофункциональная гладильная система Mie Completo готова к использованию. Насладитесь комфортным процессом глажения с Mie Completo. Эксплуатация. Отверните предохранительный клапан парогенератора. При помощи мерной бутыли залейте в парогенератор не более 1 литра чистой воды. Для заполнения парогенератора используйте только воду. Заверните предохранительный клапан и убедитесь, что он плотно затянут. Подключите гладильную систему к электрической розетке. Нажмите кнопку включения парогенератора и кнопку включения утюга. Парогенератор будет готов к работе, когда загорится зеленый индикатор готовности пара. Парогенератор нагревается в течение 8-10 минут. Установите температуру утюга в соответствии с материалом одежды, которую вы собираетесь гладить. При достижении заданной температуры на утюге гаснет красный индикатор. Нажимайте кнопку подачи пара на ручке утюга для выпуска пара. Для непрерывной подачи пара нажмите кнопку и слегка подвиньте ее вперед. Пар будет выходить постоянно. Обращаем ваше внимание на то, что утюг будет выпускать пар только при установке регулятора температуры в позицию хлопок и выше. Вы можете выбрать один из двух режимов работы вентиляционной системы – режим поддува или режим вакуума. Мы рекомендуем вам использовать функцию поддува в начале глажения. Чтобы защитить тонкую материю от повреждения высокими температурами, легко водите утюгом по поверхности вещи, почти не касаясь ткани, и постоянно подавайте пар. Перед завершением глажения используйте функцию вакуума, которая высушит ткань от конденсата, вызванного пропариванием. Воспользуйтесь рукавной платформой, чтобы прогладить одежду в труднодоступных местах. Когда вода в бойлере заканчивается, на корпусе парогенератора загорается красная индикаторная лампочка и включается звуковой сигнал. Незамедлительно выключите парогенератор. Прежде чем повторно заполнить парогенератор водой, выпустите из него остаточный пар. Для этого удерживайте кнопку подачи пара на ручке утюга в течение 40 секунд.
Одной рукой очень медленно и осторожно откручивайте предохранительный клапан парогенератора. Одновременно с этим другой рукой удерживайте нажатой кнопку подачи пара на ручке утюга, чтобы остаточный пар резко не вырвался наружу. Отключите гладильную систему от электрической сети и при помощи мерной бутыли залейте воду в парогенератор. Для перехода из режима обычного глажения в режим отпаривания специальным паровым утюжком вкрутите паровой шланг с насадкой в отверстие для предохранительного клапана. Подключите гладильную систему к электрической сети и включите парогенератор. Паровой утюжок начнет выпускать пар примерно через 5 минут и будет подавать его непрерывно, пока вода в бойлере не закончится или пока вы не отключите парогенератор. Для комфортного отпаривания повесьте вещи на вешалку и используйте специальную варежку. Наденьте варежку на руку, придерживайте края одежды или подложите варежку под ткань. Варежка защитит ваши руки от ожога горячим паром. Легко водите паровым утюжком по одежде. Пар будет проникать сквозь ткань, расправляя складки. Волосяная щеточка удаляет ворсинки с одежды. Если этого не требуется, просто снимите ее. Для более гладкого скольжения парового утюжка по одежде вы можете надеть на него чехол из ткани. Разборка. После использования гладильной системы Mie Completo отключите кнопки парогенератора и утюга. Отсоедините сетевой шнур от электрической сети. Подождите, пока парогенератор остынет. Поместите контейнер для слива воды под парогенератор и отверните пробку внизу парогенератора. Дождитесь, пока вся вода сольется. Заверните пробку и вылейте воду из контейнера. Для компактного хранения гладильной системы Mie Completo снимите полку для белья, паровой шланг с паровым утюжком, вешалку для одежды, открутите опорную штангу. Остывший утюг положите в кейс и задвиньте подставку под доску. Наклоните гладильную систему назад до полного складывания. Гладильную систему можно перемещать, используя колесики. Убедитесь, что лицевая сторона гладильной доски направлена к стене, во избежание движения колес во время хранения. Очистка гладильной системы. После длительного использования гладильной системы в бойлере парогенератора образуется накипь. Для удаления накипи и очистки бойлера залейте в него около 200 мл воды с добавлением 2 столовых ложек 5% уксуса. Оставьте раствор в бойлере примерно на 2 часа. Поставьте контейнер для слива воды под парогенератор. Слейте содержимое и промойте парогенератор чистой водой. Для длительного и эффективного функционирования гладильной системы Mie Completo повторите процедуру очистки каждые 2 месяца. Если вы заметите, что предохранительный клапан или пробка пропускают воду или пар, замените силиконовые прокладки. Если у вас возникнут вопросы в ходе использования гладильной системы, пожалуйста, обратитесь к инструкции по применению. Желаем вам приятного использования гладильной системы Mie Completo.